В Сургутском кардиоцентре прооперировали более 50 тысяч югорчан. Это результат за 25-летнюю деятельность отделения хирургии. Первую операцию на открытом сердце в Сургуте провели осенью 1998-го. С тех пор кардиохирургия активно развивается в нашем регионе. Ежегодно выполняется более 4 тысяч операций на сердце, из них около 700 с искусственным кровообращением. В том числе до 150 операций детям при врожденных пороках сердца. Свыше 1400 экстренных операций при остром коронарном синдроме. Также в Югре на данный момент выполнено уже 4 имплантации сердца. Всего в Сургутском кардиоцентре трудится 19 хирургов. Пациенты после перенесенных операций на сердце по поводу ишемической болезни сердца, по поводу нарушения ритма сердца, перенесший острый инфаркт миокарда, инсульт, они в течение 2 лет в рамках этой программы получают бесплатное лекарственное обеспечение. То есть таким образом мы не только достигаем эффект, но мы удерживаем эффект благодаря медикаментозной терапии. И на сегодня при целевом показателе, который нам установил Минздрав, мы должны обеспечить не менее 90% льготным лекарственным обеспечением, фактически показатель 96%. То есть мы, как всегда, идем впереди. На следующий год, я думаю, что эта цифра будет уже 100%.